Все крутит в центре фуга судеб, а мы не знали, что так готовят в неизбежный полет. Уже взрослые дети запускают кораблик, который ждет неизвестности ручеек. Не успели оглянуться, осталось немножко, и тот, кто не мечтал, станет космонавтом. Родители смотрят маленькое окошко, овал на памятнике тот иллюминат. Родители не покинуты, улетая в вечность. Как больно, что полет никак не отменить. Будут вечно там, где по ним плачут сердечко. Стираем даты, они продолжают жить. Я создал эту капсулу времени в 2021-м и надеюсь, полету задал азимут верный. Сейчас какой-нибудь 2К-80, вот и мы летим. Космический кораблик из гранита, не восход один, но мы так гордо смотрим в иллюминатор с улыбкой, будто снова жизнь на земле впереди. Всю жизнь мы, взявшись за руки, бродили по канату, и сейчас, не отпустив друг друга, бездну летим. Черту эту грусть, стало да и пусть. Куда важнее, куда держали курс. Затерянный космос не пугает невесомостью. Страшная невесомость, жить не имея совести. Страшно не в один день, как в фильме «Вверх». И космос не найти с ней в переливах лент. Страшно, если еще спустя полвека не смогут к супергероям в ряд добавить человека слово. Кто на что горазд в этой Big City Life. Но вид с иллюминатора никто не минул. Эти слова отобразят лучше пиксели нас. Поступки до ума, контуры я веду. Мы жили так, чтоб в курсе был и наш ребенок. Даже если доплакали за упокой свеч, как не потеряться среди миллионов? Ведь тут все мы временно, но что-то вечно. Родители не покинуты, улетая вечно.